Депутаты Думы обозначили ряд вопросов, на решение которых, по их мнению, обязательно должны быть заложены деньги в бюджете 2019 года. Необходимость обеспечить город резервуарами с неснижаемым запасом топлива. Мы все понимаем ситуацию с нашим газопроводом, видим активную работу, которую Сергей Ильич ведет, чтобы как-то привлечь внимание округа к этой проблеме. К сожалению, единственная ветка газопровода, которая идет к городу, она частная и, мягко сказать, находится в неудовлетворительном состоянии. Глава города пояснил, что резервуары закуплены, а также один из двух дополнительных источников питания уже установлен. Сегодня у нас проектируются объекты, резервуары закуплены, и только, извините меня, природные условия нам не позволяют эту работу закончить сегодня, продолжить ее делать. Резервуары уже лежат на месте, площадки подготовлены. По вопросу обеспечения жильем детей-сирот Сергей Дегтярев пояснил депутатам, что квартиры город выкупил, ключи вручат уже в следующем году, после завершения строительства. Одновременно администрация работает и с проблемой обманутых дольщиков. В следующем году однозначно у нас будут введены в эксплуатацию те квартиры, которые приобретены были у инвестстроя там, на завершительной стадии. В январе мы выйдем к вам с программой для подтверждения, для решения вопросов дольщиков, потому что это все наши жители. Неплохое решение мы нашли. Округ готов софинансировать в достаточно хороших размерах, 75%. После недолгих обсуждений народные избранники решили, что члены фракции партии «Единая Россия» будут голосовать за принятие бюджета города на предстоящем заседании Думы. Мария Сираева, Александр Косевских, телерадиокомпания «Юганск».